Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я вам расскажу о новинке от японской компании CarMate. CarMate, этот бренд у меня на канале уже представлен в других моделях. Вот. И сегодня я вам расскажу о новинке. Это такое логическое продолжение Kuruto 3i модели. Это модель Kuruto 4i. Вот, это, наверное, одно из самых комфортных кресел в категории 0.1 с возможностью поворота на 360 градусов. Это уже такой, можно сказать, премиальный продукт. Это не дешевое кресло, но оно действительно стоит своих денег. Поэтому сегодня мы о нем поговорим. Я вам покажу, как им пользоваться, что оно из себя представляет, что за ткани. И немножечко в конце расскажу вам свое мнение, как обычно. Вот, это кресло категории 0.1 с рождения до 4 лет. 3-4 лет, ну, где-то до 100 сантиметров роста в общей сложности. Вот, собственно, как оно выглядит. Кресло крепится на Isofix с упором в пол. Классическая такая система, очень удобная. Упор в пол служит против клевков вперед. Соответственно, Isofix крепит само кресло. Ну, получается такая очень жесткая, плотная конструкция, хорошо прикрепленная к автомобилю. Единственное, перед покупкой убедитесь, что у вас вообще есть Isofix автомобиля. Вот, как оно выглядит. Сейчас оно повернуто к вам лицом, просто чтобы было видно. Это положение уже от 9 месяцев. Но пользоваться мы начнем с рождения. Соответственно, ребенок у нас все по классической схеме крепится пятиточными ремнями. На обратной стороне этих ремней есть специальный такой прорезинный нескользящий материал, чтобы ребенок не проскальзывал в момент ДТП, а был хорошо зафиксирован. Соответственно, зафиксировали ребеночка. И давайте я покажу вам сразу, что у нас для новорожденного здесь есть. Вообще японцы молодцы, они очень много внимания уделяют анатомическому, вот именно по правильному положению ребенка в кресле, и для этого их ученые разрабатывают правильного размера, правильной формы вкладыши для ребенка. Сейчас я вам покажу, секундочку, они здесь все друг к другу прилеплены. Сейчас, секундочку. Так, он защелкнут. Секунду, отсоединю. Вот. Вот такого рода вкладыш у нас здесь установлен. С этой стороны он толстый, он с отверстиями, материал дышащий. Вот этот вкладыш нужен для того, чтобы у новорожденного спинка была в более ровном положении, а не согнута. Поэтому новорожденный ездит с этим вкладышем. Вот этот вкладыш фиксирует голову ребенка. Когда ребенок вырастает, мы отсюда вынимаем этот вкладыш. В принципе, можно и этот достать, если хотите. А если не мешает, можно и дальше пока с ним ездить, до тех пор, пока не будет мешать. Вот. Потом у нас, смотрите, действительно много места остается. И, соответственно, уже с 9 месяцев ездим вот в таком виде. Так, давайте сейчас немножечко по креплению, по пользованию, как чего здесь нужно делать. Вот, здесь у нас спереди есть специальная такая регулировочка. Поворачиваем. Вот так вот. Поворачиваем. Вот вы видите отсюда. Кресло крутится на 360 градусов. Это на самом деле очень круто, очень удобно. Даже на стоянке в машине с ребенком сидите, ждете там или папу, или маму там, с магазина, чтобы ребенок там не смотрел в заднее стекло. Можно повернуть его к себе и пускай себе смотрит на вас. На остановке элементарно остановились отдохнуть, можно покормить ребеночка, не доставая. Повернули, ну, в общем, подойти к автомобилю, посадить ребенка и повернуть кресло обратно. Это тоже очень-очень облегчает, скажем так, жизнь. Так, ну, в общем, смотрите, развернули. И вот так у нас, собственно, ребенок должен ехать против хода движения где-то до 9 месяцев. В общем, ездите, пока помещается. Так, кресло нужно будет обязательно вот так вот задвинуть плотно-плотно к сиденью для того, чтобы создать действительно плотную конструкцию, плотную фиксацию. Все, вот так мы катаемся. Положение ребенка, причем в категории 0.1, вот с этим вкладышем, который я вам показал,
Вот так вот. Положение ни капельки не уступает отдельным люлькам, которые только до года. Обычно в универсальных угол чуть более сидячий. Здесь же нет положения практически такой же, как и в автолюльках. Поэтому тот случай, когда можно купить и универсальную модельку, она будет не хуже абсолютно. Все, собственно, ребенок вырос. Здорово. Поворачиваем. И едем по ходу движения. По наклону, смотрите. Так мы сидим, так мы наклонены. Регулировочка ремней происходит, здесь вот есть под обивочкой оранжевая такая кнопочка. Вот, собственно, все вместе с ремнями регулируется. Видно, да? Вот. В принципе, очень продумано и удобно. Так, что касается тканей. Ткани здесь действительно классные. Так, давайте я ткани покажу вам немножечко поближе. Вот смотрите, качество изготовления. Здесь все сделано очень-очень хорошо. Ткань, ну, очень сильно приятная, тактильно, очень ровные строчки. Вот эти все дышащая серединка, которая не дает преть, потеть ребенку. И не только вот этот материал дает нам то, что ребенок не потеет. Вот здесь вот спинки, больше 1500 отверстий вентиляционных. Здесь очень хорошая циркуляция воздуха реализована в этом кресле. И ребенок у нас в жарких регионах будет чувствовать себя хорошо. Вот, кстати, тот барашек, который, регулировочка, точнее говоря, благодаря которому мы поворачиваем. Так что вот такие вот здесь ткани. На мой взгляд, просто великолепные. Ткани, кстати, здесь можно все снять, постирать. Единственное, стирать нужно при щадящей стирке, не больше 30 градусов, чтобы она у вас не села. Вот. Так, в принципе, по креслу добавить мне, в принципе, больше нечего. Основные моменты я вам рассказал. Точные, повторюсь, характеристики я добавлю в описание на сайт Мир Автокресел. Там есть полностью четкое описание от производителя. Я же вам показал, в принципе, как им пользоваться, что оно, на мой взгляд, из себя представляет и свое мнение. Мне лично кресло очень нравится. Я люблю японский бренд CarMate. Я сам дочку катал в другой модели, Swing Moon называется. Мне лично очень понравилось. Ребенок был доволен. Мы вообще с супругой радовались, что такая модель вообще в принципе есть. Вот, и теперь вот еще один вариант, очень-очень неплохой, если вы ее хотите использовать с рождения ребенка, катать в хорошем, действительно в очень хорошем кресле. Поэтому очень рекомендую обратить на него внимание. В принципе, вот конкуренты есть, но они дороже, и не факт, что лучше. Поэтому вот эта моделька прям вот то, что надо. Поэтому смотрите обязательно при выборе, рассмотрите ее, вот прям мимо не проходите. Классная очень модельчка. Вот, в принципе, добавить больше нечего. Хочу лишь поблагодарить Мир Автокресел, что дали на обзор нам CarMate Kuruto 4i креслица. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень мне помогает делать для вас больше обзоров. Вот, вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И удачи, до свидания.